Приветствую вас, парни! Вы находитесь на нашем канале, который называется «Мото Ателье Ретроцикл». Мы занимаемся реставрацией мотоциклов, а также небольших автомобильчиков. И сегодня мы рады представить вашему вниманию очередную Яву, которую мы сделали в нашей мастерской. Называется она Ява 360, в народе старушка. Данную Яву к нам привез сам заказчик, и мы делали этот мотоцикл из его мотоцикла. На нем сохранились все те элементы, которые он пожелал на нем увидеть, то есть задний массивный багажник, естественно, передний чертик, ну и, естественно, мы поставили на него вот такое вот большое ветровое стекло. В целом же Ява ничем не отличается от тех, которые мы делали ранее, но внутри у него есть одно небольшое отличие, это коробка от 634 Явы. Она немножечко отличается. Так же, как и на всех остальных наших мотоциклах, внутри мы поместили зажигание в АПИ, которое является CDI-зажиганием, и оно позволяет достичь хорошей искры и стабильной зарядки на любых оборотах. Все остальное мы сделали в виде, когда крыло низкое, а бак полностью хромированный. То есть это не накладки, а цельно хромированный бак. Ну, в общем-то, эта модель самая распространенная, самая любимая. И на самом деле она действительно красивая. То есть когда бак цельно хромированный, это, конечно же, очень-очень приятно. Покрасили, естественно, порошком раму. И все красивые и видимые элементы покрасили базой под лак с нанесением на него цировок. Сиденье перешили в нашей мастерской, в которой заведует Григорий. Григорий, спасибо тебе всегда отдельно. Крышечки наполировали, все алюминиевое также наполировали. Ну и, в общем, поменяли на нем все тросики, поменяли спидометр, поменяли на нем все сальники, подшипники, прокладочки, поменяли на нем колеса, то есть мы оставили, как всегда, ступицы родные, отполировали их и поменяли спицы и обода. Новая резина Mitas, резиночки, которые на руле, также новые, чешские, и резинки на подножках точно также новые. Ну и, естественно, поменяли резиночку на Kickstarter. Вообще все резиновые изделия пришлось заменить, даже сайлентблоки на амортизатор, потому что они все-таки были в плохом состоянии. Перебрали заднюю подвеску и перебрали переднюю подвеску. В задней мы заменили сальнички и собрали это все дело обратно, потому как там все было в прекрасном состоянии. А вот что касательно передней вилки, то там пришлось заменить полностью несущие штоки, потому что они были полностью сгнившие, и там, где работает сальник, было очень плохое место. Выполнили их с нуля новыми, сделали их из стали и покрыли хромом, то есть там полностью новая вилка. Внутренности, естественно, поменяли, так же, как и сальнички, которые являются гайкосальниками. Амортизаторы, масло, все это так же само заменено. Ну и в завершение моего рассказа, естественно, мы всегда ставим на них новые выхлопные системы. Это чешские глушители, которые идут вместе с коленями. И они отличаются от тех, которые выпускают в Тайване, более толстыми стенками и лучшим покрытием. То есть здесь медь, никель, хром, а на тайваньских прям сразу хром лежит на железе. Значит, эти никогда не облазят, а тайваньские, они быстренько-быстренько начинают желтеть и потом начинают немножечко отколупываться. В общем-то, и по ней все. То есть, в остальном, это такая же красивая Ява, как все, которые у нас в мастерской. Мы ее обкатали, мы ее проверили, покатались на ней по мастерской, по нашей территории и готовы вручать ее заказчику. То есть, как минимум, сегодня или завтра он должен уже приехать, и мы, в общем-то, ему ее вручим. Для того, чтобы заказать подобный мотоцикл в нашей мастерской, вы можете позвонить по тому телефону, который будет указан в описании, перейти на наш сайт, и там можно оставить заявку, в общем-то, написать любому из наших мессенджеров. Ну и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, можете репостнуть это видео, нам будет приятно. На этом я с вами прощаюсь, с вами был Юрок, я желаю вам всем ровных дорог, пока!